Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем исследовать Стимвильскую дамбу. Вот серии пишутся подряд, все три. Поэтому я еще не видел комментариев даже под первой частью нашей разведки этого чудесного живописного уголка. Ну а мы продолжим сегодня. Мэтью, давай просыпайся. Нас ждут с тобой великие дела. Вот потихонечку исследуем. Прокололся в прошлой части, конечно, с топливом. Вот, не увидел заправку. Но с другой стороны, мы притащили цистерну. А это все равно бы нам пришлось, наверное, возвращаться в Black River. Поэтому, в общем-то, сильно страшного, такого критичного я здесь не вижу ничего. Давайте спустимся на дорогу. Вот Мэтью мне по секрету признался, что раньше, когда он ездил по Black River, матерился от бездорожья. Ну а сейчас он скучает, очень скучает по Black River с его чудесными, супер ровными, лучшими дорогами в мире. Так, давайте посмотрим, как мы с вами поедем, как отправимся. Вот сюда, по этой дорожке. И эта дорожка нас должна привести, по идее, ко второй наблюдательной вышке. Улучшения пока что смотреть не будем. Я думаю, для начала нужно открыть местность, чтобы было видно, где ехать, как ехать. Ну и, соответственно, делать выводы, на чем ехать. Вот, я не заметил, кстати, гаража на открытой части. Станция Ти... А, вот, вот гараж у нас есть. Вот у нас гараж все-таки здесь есть. Рядом с этим камнепадом. Я, кстати, мимо него проезжал и говорил, что это какая-то контора, да? Вот опять-таки невнимательность моя. Ладно. Ладно, погнали. Может быть, можно было эту цистерну, кстати, вытащить и здесь из гаража. Хотя нет, это только автомобили можно вытащить. Прицепы навряд ли можно через гараж вытаскивать. Они же в гараж у нас не становятся, правильно? Вот много, конечно, я оплошностей допускаю. Но, с другой стороны, вот лично мне даже это интересно. Не знаю, как вам, друзья. Многие, наверное, конечно, осудят. Скажут, как ты проходишь, ты играть не умеешь, но... Мне нравится. Не знаю. Так, ну такая себе дорожка. Предлагаю на пониженную все-таки переключиться. Гораздо проще пробираться вот по этим вот ушарам. И плюс ко всему постараться не перевернуться. Потому что у нас с левой стороны неприятный такой обрывчик. Как мы здесь по... Опа! Здесь, наверное, лучше взять немножечко вот так. Камушки тоже не очень приятные. Видите, какие наклоны получаются. Вот, все это выглядит обманчиво так. Может, от первого лица вообще нифига не видать. Видите, можно перевернуться
Как два пальца об асфальт. Давайте посмотрим, верной дорогой ли мы идем. Едем. В общем-то, да. В общем-то, да. Не думаю, что здесь будет легче. Скорее всего, даже наоборот, сложнее. Но, тем не менее, путь продолжать надо. Пойдем на пониженной потихоньку. Пониженная нужна не только для того, чтобы из грязи вылазить, а для того, чтобы сильно не газануть и не перевернуться. Вот таким вот ухабом. Опаньки, видали что? Какие ловушки здесь нас подстерегают. Поэтому ни в коем случае не газовать. Я вижу вышку. Ну блин, она черти где находится. Я чувствую, нам задание «Царь горы» сейчас покажется цветочками, которые мы выполняли на Black River. Чего у нас так темно? Блин, дело к вечеру, да? Хотелось бы, конечно, засветло все это пройти, но уж как получится. У нас еще сверху вот это топливо, груз, он может нас тянуть как противовес. Противоположную сторону на опрокидывание. Так. Ага. Я проехал это место. Нужно было вот где-то, наверное, здесь. Потом сюда, сюда и вот так вот. Эх. А, ну не сильно я проехал, в общем-то. Ладно. Сейчас попробуем развернуться. Так, ну и погнали на Эверест. Кто же ее там устанавливал-то, эту вышку, и как? О, да. Все, добрались. Утерянные мешки. Сколько же здесь всего, да?
И какая здесь красота. Давайте изучим окрестности. Вечерний вид Тимвильской дамбы. Так. Ну вот. Потихонечку, потихонечку. Что-то у нас да получается, да? И судя по всему, чтобы вот эту вот вышку исследовать, нам лучше всего будет, наверное, через дамбу перебираться. Потому что здесь... Ну, это вообще не алё. Вот по этой дороге, здесь по болотам, наверное, такое себе будет. А вот тут никак нельзя еще выше подняться и выехать на более-менее нормальную дорогу. Давайте попробуем. А вдруг получится? Просто вниз как-то мне вообще не хочется спускаться. Так, кажется, получилось, да? Это же дорога, это она. Да, это она. Ну вот, это уже хорошо. Какое-то поручение здесь опять у нас. Раз, два прицепа стоят. Давайте здесь, наверное, заночуем все-таки. Вот не хочется как-то по ночи ехать. Мы уже, в общем-то, на верном пути. Потом спустимся и попробуем вот через эти болота пробраться. Все, увидимся утром. Мэтью, ложись спать. Да не думай, не думай, ложись. Ну... Смотрит так, ладно. Все, увидимся утром. Итак, наступил новый день. Продолжаем наше путешествие. Нехороший ухаб. Удача пока что улыбалась, несмотря на все наши косяки, но в любой момент может отвернуться, так что глаз да глаз за дорогой, вообще за обстановкой. Спускаемся с небес на землю, что называется, в болото. Сейчас пойдем через болото. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Эти вот вещи очень опасны. И вот наклончики различные. Так, ну что нам пишет указатель? Дамба, а туда туннель. Ага, это переход в островное озеро. Ну, я вам скажу, такая себе сюда дорога, да?
Ну, нам тогда в сторону дамбы. Что еще сказать? Мэтью, нам направо. Пока что. Где это возможно, давайте будем экономить топливо. И на Репина приплыли, да? Начинаются чудеса. И давайте сразу заправимся. Так. Ну и вперед, что называется, с песней. Опять-таки полез сюда, чтобы поближе к деревьям, чего можно было зацепиться. Блин, только не говорите мне, что вышка там будет опять на горе. Я не хочу на гору больше залазить. Так побыстрее вроде. Выгребай, выгребай потихонечку. Так, островок безопасности. Где это мы? Мы даже еще половину болота не проехали. Блин. Как же все это нехорошо. Ладно, погнали. Куда деваться? Да, поближе к дереву. Все побыстрее будет, да, топливо нам поэкономит лебедка. Будем, наверное, пользоваться при случае. Все-таки. То есть здесь люди живут или жили когда-то. Дом аж перекосило, провалился.
Никулин пел. Меня засосало, да? Опасное сосало. Так, поближе к деревьям, к столбу. Сюда давайте проберемся, попробуем. Ну, я думаю, выполнять задания на этой карте мы будем не так быстро, как на Black River. И серии все-таки придется писать, наверное, по часу, по полтора. Ну, там как пойдет. Здесь нам надо на ту сторону переехать. Все-таки там, наверное, побольше мест, за которые можно зацепиться. Вышку я пока не наблюдаю. Чуток отвлекли. Ощущение, что болотам этим конца и края нету. А вот разработчики-то постарались, да? Так. А до вышки еще как до китайской Пасхи. Давайте на ту сторону, там деревья есть. Деревья, столбы — это наши друзья на данный момент. Мистер Фродо, не поддавайтесь огням, да? О, сразу может улучшение взять, чтобы второй раз сюда не возвращаться уже. Найдено улучшение. Так. Вот она, высокая подвеска для нашего скаута. Наконец-то. Черти где, да? Куда-то цепляется лебедка, черти куда. Только не туда, куда надо. Вручную лучше. Цепил куда надо, и все. А здесь она, наверное, цепляется там, где самый наикратчайший этот. Самая ближняя точка для зацепов, да? Да, вот стопудово к этому дереву, да, прилепилось. Не, вообще вон куда-то. Что за бред?
Ух, дорога пошла наверх вроде сейчас. Уже. Что там, камень, что ли? Куда? Так, ну хотя бы вот так вот, чтобы чуток хотя бы место сдвинуть. Ну да, камень. Вот из-за таких, вот из-за таких булыжников, как ты. И так далее. Далее по тексту. Так. Ну что, давайте посмотрим, куда мы с вами приехали. Ага. Дальше туда, блин. А походу на эту вышку нужно было, наверное, сворачивать вот здесь, да? В болоте в самом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может, эти дороги соединяются, не? Блин, а здесь, смотрите, мы сейчас будем петлять вправо-влево. Ой, не хочу назад. Не хочу назад возвращаться-то. Как же так? Не хочу назад возвращаться в болото. По-любому. А, нет, здесь разветвление идет. Какой-то карьер. Мы можем проехать и левее. Левее и наверх. Ну-ка. Да. Слава богу, здесь есть еще одна дорога, наверняка ведущая к этой точке разведки, к этой вышке исследовать. Ух ты, исследовательской. Так, что ты там упал? Я тебя не трогал. Асфальт, да ладно. Асфальт, ребята. Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Ну, на заднем приводе вроде пока идет. Опять асфальт. Это здесь довольно редкое явление. Все камни собрал, Мэтью. Так, стоп. Ага. Соединится она вот с этой дорогой, с болота. Это, в общем-то, радует. Что не хватило мозгов вернуться назад в болото.
О, кадр какой-то. И снова кусочек асфальта. Блин, топливо заканчивается. Ёлы-палы, я уже вроде и полный привод не включаю. О, прицеп с каким-то грузом. Так. Ну, нам главное добраться хотя бы до вышки, а там уже, когда местность будет открыта, будем уже думать, если вдруг наш скаут там останется без топлива, что делать. Вот. Я знаю, конечно, что можно эвакуировать все это дело в гараж, но хочется поиграть более интересно. Не прибегая к эвакуации. Так, и что же? Куда мы приехали? Ага. Еще дальше серпантин идет. Опасное место. Видите там? Обрыв. Ой, ну хоть асфальт по этому серпантину все-таки. Это уже не по ухабам карабкаться. Пускай даже и камушки встречаются, но тем не менее. Так, только не говорите, что сейчас здесь будет обвал опять. Ух ты! Еще одна петля. Хватит ли у нас топлива? Надеюсь, что да. Хотя бы до вышки дотянуть. Черт. На чем подпрыгивать? Там подпрыгивать-то особо не на чем, да? Тем не менее.
Что ты? Тут подъем-то. Велосипедист даже заедет. Нет, тормозит. Тормозит наш скаут. Так. Ну. Вот она где. Не прозевать бы. Давайте сразу заправимся. Верхний багажник. Скаут. 9 литров осталось у нас сверху, да? Так. Ну что, погнали. Потихонечку. Даже какая-то типа что-то тропинки, да, есть. Наверное, кто-то на вышку на эту ходит сам своим пешком. Ну что, вот она, крыша мира, блин. Двигатель заглушим. Посмотрим на улучшение. Что мы здесь вообще нашли? Обнаружена задача. Все утонуло. Шеф, все пропало, да? Запускаем дрона. Что-то не с того ракурса нам сняли. Верно. Вот оно как, Михалыч. И заправок здесь больше нету, кроме как на входе у туннеля там, да? Это у нас склад, магазин прицепов, переход в остров Дремонт, улучшение. За улучшениями потом мы с вами поохотимся. Вот он, наш прицеп, да? По факту можно через дамбу сейчас попробовать. Вот здесь, смотрите, можно срезать вот эту петлю огромную. Если получится. Как вариант. Ну давайте, наша задача сейчас добраться до цистерны. Я, наверное, все-таки не рискну спускаться вот здесь, а спустимся так же, как мы и поднимались. И на пониженной потихонечку будем сползать.
Так, все, получилось. Получилось. Можно сейчас остатки топлива вылить. Эти 9 литров. Чтобы багажник освободился. Ну и все. Погнали назад. Что у нас по времени-то? По времени 17:20. Ну, наверное, я все-таки переночую уже здесь. Так, вот так, вот так. Так, чтобы не запутаться. Все, утро. Можно продолжать движение. Заднем приводе потихонечку экономя топливо. Запаса топлива у нас больше нет, поэтому желательно нам все-таки добраться до нашей цистерны. Здесь лучше на полном приводе пройти, чтобы, не дай бог, никуда не занесло в таком мостике. Кто-то уже улетел, наверное, сюда. Раз ограждения нету, не хотелось бы повторить этот подвиг. Так, вот оно, это место. Ну и сейчас посмотрим, действительно ли мы срежем, либо же... Все это не стоит свеч, что называется. С другой стороны, мы не с таких гор спускались, да? Может быть, и удастся срезать чуток. Дорога такая себе. О, видите, что? Какие подляночки. Это как в сказке. Пойдешь длинной дорогой, да, пойдешь короткой дорогой. Но по факту длинной дорогой, наверное, быстрее по времени, нежели вот этой вот короткой. На грузовике я точно здесь срезать не буду.
все. Для нас это получилось вроде как побыстрее по времени, но... На грузовике лучше так не срезать, наверное, конечно. Да ну нафиг, а? Как так, а? Здесь не переберешься. А можешь рискнуть? Большое там течение, небольшое. Может, удастся? Зацепиться там будет не за что, да? Сразу же урон наносимый. Наверное, здесь все-таки глубоко. Глубоко для нас. Стрял, Мэтью. Стрял. А если... Лебедкой зацепиться. Так. Тихо. Тоже будет опасный уровень воды. Но вот там он. Елка лежит. Сможем ли мы за нее зацепиться? В принципе, да. И дальше все. Греби. Не выгребает. Так. Эх, чуть-чуть, да? Чуток не хватает буквально. Может, вылезем все-таки? Пока не получается. Ладно. По-дурацки сделаем. А как еще? Иначе. Немножечко развернуть наш пикап. О, уже пошел. Уже вроде пошел. Ну. Зацепишься сейчас сюда, нет? Ну как так-то, а? Она же... А, вот.
Она же попадает в радиус. Что за дела? Так, выдержала. Выдержала у нас деревце. Отлично. Ух! Это было рискованно. Но тем не менее. Тем не менее, Мэтью справился. Хорошо. Так, давайте посмотрим, как мы теперь с вами поедем. Через дамбу. Вот до сюда и вот сюда. До прицепа. Топливо есть еще, полбака. Я думаю, должно нам его хватить. Красота, да? Грязь, не хочу, не хочу в грязь. Я понял, где мы выехали. Дальше дорожка будет получше немножко. В сравнении с этими горными, блин, я имею в виду. Это просто гладильная доска. Все познается в сравнении, да, друзья? Вот здесь еще, правда, участок такой нехороший. Я думаю, мы его на понижаечке пройдем. Вот лебедочку применим. Чё, Мэтью, это уже детский лепет. Ты не из такой задницы вылазил. Уже и прицеп наш, что называется, не за горами, да? Ремонтные части, кстати, пока что не понадобились. И как мне писали, вот запасные колеса как-то тоже не это. Так, и чё это? На чем ты висишь, родной? Висеть-то не на чем. Вон уже прицеп стоит. Все, друзья. Хватило нам и топлива. Хватило и запчастей. И также терпения Мэтью и выносливости нашего скаута. На этом я буду заканчивать, друзья. Мы исследовали, в принципе,
Стимвильскую дамбу. Теперь можно будет возвращаться в Black River и брать уже контракты, которые связаны с перевозками непосредственно между этими двумя локациями. А у меня все. Ставьте лайки, если вам нравятся данные видео. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей части. Всем удачи, друзья, и всем всего. Смотрите, посигналил, аж слетел этот указатель. Все, давайте, ребят.